Слава Богу! Вчера ушло, осталась только память, но ее прикрыла пыль забот, ведь человек все время чем-то занят, и жизнь его бежит рекой вперед. Мне вчера нет времени подумать, и это же есть нехорошо, а стоит только пыль заботы вздунуть, и, Боже мой! Останется с душой. Не забывайте пройденные тропы и лица милых, близких и друзей. Пусть не зальют всемирные потопы и не засыплет пылью суховей. Иду, иду, и тот кусок, что сзади, может быть длинней того, что впереди. Но не могу с той болью сходить, которая на дне души лежит. Я слышала, что боли не должно быть, что больше у нас для радости причин, что в мире больше доброты, чем злобы, а смерть — не окончанье, а почин. Я это знаю, и не тем болею, а тем, что жизнь уходит из-под ног. Я ж ничего исполнить не успею, что поручил мне милосердный Бог. И потому, когда вчера уходит, а завтра, может, вовсе не придет, моя душа итог делам подводит, и боль в сознании встает. Я понимаю, что спасение даром, и я хочу с Иисусом жить вовек, но не так, как головня из-под пожара, а как венца достойный человек. Аминь. Прошу.
Тебе и мне лишь с Христом не страшен путь земной, не страшно жить на этой мне земле. Мы ждем Новый год и порой не думаем, не ожидаем, а может он скорби несет, а может разлуку печали. Новый год пусть радость принесет, пусть счастье принесет тебе и мне. Лишь с Христом не страшен путь земной, не страшно жить на этой мне земле. Давайте ж молиться всегда и жить, как Христос завещал нам. Мы будем счастливы и жизнь проживем не напрасно. Новый год пусть радость принесет, пусть счастье принесет тебе и мне. Лишь с Христом не страшен путь земной, не страшно жить на этой мне земле. Новый год пусть радость принесет, пусть счастье принесет тебе и мне. Не страшен путь земной, не страшно жить на этой мне земле. Проходит год за годом годы, и наша жизнь летит вперед. В ней есть и радости, и невзгоды, но знаем мы, что всех нас ждет, но знаем мы, что всех нас ждет. Помоги нам, Боже, быть верными, идти за Тобою всегда, и служить Тебе жаждой и ревностью, и в беде не роптать никогда. Помоги нам, Боже, быть верными, идти за Тобою всегда, и служить Тебе жаждой и ревностью, и в беде не роптать никогда. И в этот Новый год наш Боже, мы просим нас благослови, трудей в жизни, но ведь тоже благословит нас, как не ты, благословит нас, как не ты. Помоги нам, Боже, быть верными, идти за Тобою всегда, и служить Тебе жаждой и ревностью, и в беде не роптать никогда. Помоги нам, Боже, быть верными, идти за Тобою всегда, и служить Тебе жаждой и ревностью, и в беде не роптать никогда. А за прошедший год мы вместе Тебя, наш Бог, благодарим за всю Твою
воспеть тебе хотим, хвалу воспеть тебе хотим. Прославляем тебя, наш Отец благой, за заботу и доброту. Знаем точно, что будем мы в небе с тобой, наш Отец вечный благой. Прославляем тебя, наш Отец благой, за заботу и доброту. Знаем точно, что будем мы в небе с тобой, наш Отец вечный благой, наш Отец вечный благой. Слава Богу. Дни прошли и снова собрались друзья, чтобы добрым словом ободрить любя. Дни пройдут, как легкий дым, все пройдет и горе, вместе с ним. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать и не будем страдать. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать и не будем страдать. Сколько дней ты будешь радости иметь, сколько дней ты будешь горести скорбеть, мы не знаем только, будь ты со Христом, и борись всегда, всегда борись со злом. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать и не будем страдать. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать и не будем страдать. Сколько зла на свете, но ты добрым будь, людям принесите благо хотя чуть-чуть. Расцветут прекрасные на пути цветы и расскажут нам о радости они. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать и не будем страдать. И тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа. И тогда не будем годы считать и не будем страдать. Слава. Дни как звук отшумят, исчезнут вдали, в синем небе летят над землей журавли, в журавлином пути быстрый бег твоих лет. И оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след, в журавлином пути быстрый бег твоих лет. И оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след? Как пройти этот путь, чтобы что-то отдать, людям счастье вернуть и веру не потерять? Пусть же юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра, и крупицы добра людям щедро дарит. Пусть же юность твоя
ярким светом гори. И крупицы добра людям щедро дари. Словно цокот копыт дней земных череда, время быстро летит, улетают года, как туман поутру, что возник на полях. Исчезнет в жару, исчезнет в жару, так и юность твоя, как туман поутру, что возник на полях. Исчезнет в жару, исчезнет в жару, так и юность твоя. Дни, как звук отшумят, исчезнут вдали, в синем небе летят над землей журавли, в журавлином пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след в журавлином пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след. Слава. Жить хочу. О годы, летите, летите.
возвестите о вечной Христовой любви. Скажем слава нашему Богу, братья и сестры. Бог даровал нам этот день, этот вечерний час, это и, может, какой-то особый день и вечер. Заканчивается год. Мы слышали, нам братья пели, что здесь, на земле, мы подвластны времени, и мы считаем эти годы. И годы так быстро идут, когда человек, особенно уже прошла юность, приходят какие-то средние лета, а для, когда приближается к старости, очень быстро понимаешь, что на самом деле, как пели хористы, годы летят. И сегодня люди поздравляют друг друга с праздником. Я вот так рассуждал, стоит ли поздравлять с Новым годом? Я понимаю, это привычка, может, приятно что-то пожелать человеку, но мало радости признать то, что мы на год стали старше, правда? Новый год наступает, старый уходит, и мы говорим, мы на год постарели. Можно ли поздравлять, что я стал старее на год, что я постарел здесь на земле, считая эти годы, отведенные Богом. И, конечно же, братья и сестры, я понимаю, всякая какая-то дата, связанная со временем, мы радуемся, подводя итог ей. И здесь не нужно спорить, важно это или не важно, стоит поздравлять или не стоит. Поздравляйте, пусть благословит Господь, когда это особенно поздравление приносит кому-то наши слова и пожелания, приносят какие-то теплоту, приятную нашим родственникам, друзьям. Пусть благословит Господь. Говорите приятные слова, говорите добрые пожелания, конечно, желайте во имя Бога, но мы собрались не для того, чтобы поздравлять друг друга. Мы собрались для того, чтобы поблагодарить Бога. Прошел год, и этот отрезок времени, и этот календарный дару мирно. Слава Богу за это. Я, братья и сестры, особенно остро осознаю это, или стал об этом думать больше и призывать и вас всех. Сам благодарю за то, что мы живем в мирной стране, видя происходящее в соседней стране Украине. И поэтому, братья и сестры, не нужно себя успокаивать, что вот белорусы, мирные люди, гимн сложили наши государственные, что мы, белорусы, мирные люди. Но когда где-то допустит человек какую-то слабость, придет и не будет смиряться, допустит какую-то гордость, высокомерие и начнет доказывать кому-то, все, это тогда конец как раз этой мирной жизни, и начинаются проблемы, и начинаются какие-то такие тяжелые периоды жизни, которые были раньше. Я понимаю сегодня, когда нас Степан Михайлович, Илья Петрович, наши старцы были, и они считали, вот война, Великая Отечественная война закончилась, и столько десятков лет мы живем в мирной стране, давайте будем благодарить Бога. Особенно Илья Петрович, он постоянно об этом призывал, напоминал нам. Мы, знаете, молодые, не особо так расположены или как-то это считать, может, не так ценим, не пережившие войны, но, братья и сестры, прошел год, и этот год мы прожили в мирной стране. И в этот год мы, наверное, не было ни одной ночи, чтобы мы беспокоились, что мы можем не проснуться,
что будут какие-то бомбежки, что-то дальше и так дальше, или какие-то настолько потрясения. Братья и сестры, Бог даровал нам провести и этот год так в труде своем, в семьях, в служениях, такой мирной обстановке. И смотря на Священное Писание, и смотря на окружающий мир, и события, которые происходят в этом мире, мы понимаем, и в этот год Бог благоволил к нам, и милость Господня сопровождала нас, и не было препятствий служениям, не было препятствий тому, чтобы действовала благодать Господня в молитвах, когда собирается народ Божий и молится, призывая имя Господне. И поэтому за все давайте еще раз скажем «Слава нашему Богу!». Я, братья и сестры, больше расположен, читаю сегодня Слово Божье и расположен к тому, чтобы нам просто совершить благодарную молитву. Как когда-то, помните, Самуил, будучи судьей Израиля, и когда окружали враги, когда Израиль не обладал такой какой-то мощной армией, и для того, чтобы защищаться от окружающих народов, а надо сказать, в том регионе какие-то воинственные такие племена и народности были. И он, когда Бог явил милость, когда Бог защитил от врагов, и он поставил камень и назвал его Авен-Эзер. Помните, это камень помощи, до сего места помог нам Господь. Слава Богу за это. Мы можем сегодня так сказать вместе с библейскими словами пророка Самуила. Конечно же, можем. И поэтому я сегодня направляю наше внимание для того, чтобы призвать вас всех, поблагодарить Бога, сказать до сего места помог нам Господь, продлил это благоприятное время, хранил нас и даровал нам, этот вечер, может, последние часы уходящие, чтобы быть вместе, чтобы слышать Слово Божие и вместе соединиться в молитве. Читаю Слово Божие. 89-й Псалом. Книга Псалтирь. Это молитва Моисея, человека Божьего. Я прочитаю начальные пару стихов, потом буду пропускать и выборочно читать. Давайте мы выслушаем эти слова. «Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, как он прошел и как стража в ночи». Братья и сестры, пред глазами Бога тысяча лет, как вчерашний день, как будто мы прожили вот вчерашний день. Мы сегодня, когда я бы призвал вас, каждого, что вы пережили в вчерашнем дне? Вот, или записать даже можно какую-то книгу на... Кто-то написал бы очень скупые какие-то строки, может, кто-то больше впечатлительный написал бы целую книгу за один день. Но вот один день, мы вчерашний еще хорошо помним, а у Бога не только год, как мы сегодня вспоминаем, а тысяча лет, как день вчерашний. Все записано у Бога, все учтено. И за свою жизнь, конечно, мы будем давать отчет перед Богом. И когда Бог за нас разместил во времени и даровал нам возможность жить в такой мирной стране, конечно же, мы должны и время это употреблять как мудрые, быть, как предупреждает апостол Павел, посланник Ефесянам, дорожите временем, потому что дни лукавы, можно без спешности, в равнодушии каком-то сказать, ничего не меняется и будет дальше мирно, что вы меня страшите, рассказывая какие-то страшилки и так дальше. А мы же, братья и сестры, должны, видя Божью милость, защиту и ограду, быть благодарными Богу. И поэтому мы приходим на служение, и поэтому мы благодарим Бога за спасение, и благодарим Бога, подобно как это служение, за пройденный год. И поэтому у Бога тысяча лет, как день вчерашний,
Таков наш Бог, всемогущий, вездесущий, всезнающий. Мы можем много перечислять эпитеты, какие-то характеристики нашего Бога. Но давайте мы дальше выслушаем в этой главе. 9 стих. «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». До этого места. Для нас Моисей, понявший волю Божью, и в этом псалме он выразил временность или время земной жизни человека 70, при большей крепости 80. Такие продолжительность жизни людей на земле. И, ну, об этом, знаете, в каждом регионе где-то меньше живут, где-то больше может. Но это средняя продолжительность жизни человека на земле. И вот написано так: быстро годы, и мы летим. И так быстро пролетает жизнь. И если не заботиться о вечности, и если не быть благоразумным, и если не исчислять дни, то, вы знаете, они могут очень пройти в таком суете, в каких-то пустых делах, а часто они греховных, и приближается вечность, переход человека к Богу, а он не готов, а он в грехах, а он в беззакониях, а ему угрожает вечная погибель. И то место мучения, которое Бог определил, оно для дьявола и для его прислужников, а венец творения Божьего, человек, созданный по образу и подобию, ему приготовил Бог рай, ему приготовил царство, там и радости. И когда он неправильно живет на земле, когда он не ценит этим временем, то он может попасть под осуждение вместе с дьяволом. Я прошу, братья и сестры, пусть благословит Господь нас, сколько Бог определил на дней нашей жизни. Я вам скажу, что мы много хороним молодых людей, и далеко даже до 70 лет не доживают люди, не говоря про 80. Есть у нас и долгожители, у нас есть сестра с 22 года рождения, и она жива еще, она является членом нашей церкви. Но сколько мы сегодня хоронили, вы знаете, в этом году 50 лет только исполнилось, и мы хороним нашу сестру. И хороним и детей. И поэтому, братья и сестры, призыв Моисея. Я бы хотел, чтобы мы услышали в этом служении новогоднем, в служении, когда мы будем благодарить Бога. Написано: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Братья и сестры, я скажу, иногда я смотрю на людей, и мне кажется, люди не то, что там 80 лет они или тысячелетия считать, они до 7, кажется, считать не умеют, потому что 6 дней работы и 7 день для Бога, 7 день пусть отдых для тела твое будет, и пусть это посвяти этот день для Бога. Нет, 7 день, уже, кажется, все, если в этот день не буду работать, все станет, не проживем, мы какие-то голодные останемся, братья и сестры, я прошу. Читайте этот стих. Научи нас так счислять наши дни, чтобы сердце мудрое приобресть, чтобы прислушаться к Божьим заповедям. И если определил Господь, чтобы это было для нас правилом нашей жизни. Или мы поем, или наши хористы поют псалом: «Друг, в день покоя все заботы брось». Я, братья и сестры, ну, благодарю Бога. У нас еще послушные люди. Я скажу, есть кто-то, кто, может, там позволяет себе какие-то дела, но у нас очень мало, я бы сказал. Я прошу, братья, сестры, читайте слова Священного Писания, цените тем временем, которое дает нам Бог, для того, чтобы нам провести нашу жизнь с мудростью, научиться исчислять наши дни жизни, те, которые определил Господь.
и иметь мудрое сердце для того, чтобы в конце нашей жизни не попасть под осуждение. Да благословит нас Господь в этом, для того, чтобы читать Слово Божье, размышлять о своей смысле жизни, размышлять о вечности. Я, братья и сестры, напоминал не так давно уже. 6 глава, книга «Бытие». И когда во время Ноя пришли воды потопа, почему Бог тогда потопил весь мир? Почему тогда потоп пришел и истребил все живущее? 8 душ в ковчеге. Животных Бог всех поместил туда. От каждого вида, рода, семейства животных, они вошли по паре для того, чтобы и дальше, когда воды потопа, они уйдут с земли и не истребило животных. О животных Бог заботился. А там уже, наверное, может, миллионы людей жило. И только 8 человек спаслось. Почему так? Почему Божий гнев излился? Потому что написано, что размышляли от юности. Посмотрел Господь. А все помышление сердец людей, живущих на земле. Зло от самой юности. Только начинает разбираться в жизни, и все, только зло. Не хочет слышать Божьи заповеди, не хочет думать о вечности, не хочет прислушиваться к Божьим требованиям. И посмотрел Господь и воскорбел, раскаялся о том, что сотворил человека, что наделил его свободной волей. И знаете, этот урок потопа, он на во все дни нашей жизни. И написано в Слове Божьем, как у всех, как огонь пролился на содомские города и показал пример, помните, кому? Будущим нечестивцам. Я прошу, братья, сестры, пусть для нас примером будут слова Священного Писания, слова премудрости, ведения, чтобы нам приобрести сердце мудрое, чтобы нам не жить только из-за страха какого-то наказания, а Бог предлагает источник премудрости, ведения, это Слово Божье. И блажен человек, который направляет свой слух туда, где провозглашается Евангелие, где провозглашается Слово Божье. Он хочет быть участником этих служений. Он хочет, чтобы дни его жизни, они не пролетали как звук. Он научился исчислять. И находит время для того, чтобы посидеть у ног Иисуса Христа, слыша слова из жизни, слова о Царстве Божьем. Я, братья и сестры, для себя понимаю так. И в этот день, вот в этот вечер, когда многие люди, не знающие Бога, они собираются, группируются где-то там, собираются провести как-то веселительным, каким-то часто греховным, нечестивым образом и отмечать этот вечер. А мы пришли для того, чтобы в это время услышать Божье Слово, помолиться с народом Божьим. Я верю, братья и сестры. Те слова, помните, первый псалом, что «блажен муж», который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешном, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И когда ты пришел в это время для того, чтобы послушать Слово Божье и воздать благодарность Богу, потому что сохранена твоя жизнь, жизнь твоей семьи, жизнь, когда Бог благоволит к тебе и дает все необходимое, и ты пришел, чтобы поблагодарить Бога. Конечно же, приятно Богу, что мы сегодня собраны вместе. Слава Богу за это. Братья, сестры, пусть благословит нас Господь для того, чтобы нам в самом деле быть мудрыми и научиться так исчислять дни жизни, чтобы приобрести. Мудрость приобретается. И поэтому да благословит Господь, если кто-то в этом году, может, был небрежным, не ценил служениями, не ценил тем, что можно что-то сделать, на что в наших руках возможность для Бога. И мы относились к этому как-то так, может, небрежно, как-то невнимательно. Я прошу, братья, сестры, когда будет... когда будет слушаема эта благодарная молитва. И если вы понимаете, в этом году вы, может, были невнимательны, неразборчивы, приглашают куда-то компанию, иду туда, оставляя служение, что-то еще маловажное дело какое-то, я не ценю уже служениями, готов куда-то пойти. Братья и сестры,
Я прошу, благодарите Бога, что Бог сохранил нашу жизнь, что Бог хранит церковь свою на земле. Давайте обещание Богу, я в этом будущем году я исправлюсь, я буду осторожнее, я буду мудрее, я буду считать эти дни, я буду спешить туда, где провозглашается Слово Божие, чтобы не попасть на какие-то собрания нечестивцев. Да благословит Господь для того, чтобы и в благодарности нам давать обещание Богу и просить: Господи, помоги, я буду полагать усилия, вразумляй Ты меня и дай мне держаться Твоей руки и церкви Твоей на земле под осуждение. Пусть благословит Господь. Я, братья и сестры, как всегда, я читаю статистику на новогоднем служении, статистику наших служений. Поверьте, не просто так мне это интересно. Я переписываю, долго пересчитываю несколько раз и думаю, что есть люди, которые очень мало пропустили этих служений. Есть ревнители, которые почти постоянно, я вижу, весна, самый такой пик работы, самое тяжелое время, а они спешат, они находят время, они бегут в дом молитвы. Я знаю, я смотрю, и мне приятно как служителю. И думаю, как же приятно нашему Господу Иисусу Христу, искупившему нас. Он себя отдал за нас, отдал на Голгофу, чтобы меня и тебя искупить. И когда я желаю, полагаю стремление, забочусь о том, чтобы исполнить волю Божью, я спешу туда, где призывается имя Господне, конечно, приятно, с любовью и с довольством смотрит Господь. Пусть благословит Господь, чтобы наших таких дней или стремление наше всегда было быть участником служения. И если, я повторяюсь, если мы где-то были небрежны, не ценили, я прошу, пересмотрите свое отношение к служениям, к жизни, и для того, чтобы заботиться о каждом дне, чтобы в каждом дне что-то сделать хорошее для Бога. Он продлевает мою жизнь, Он дал все необходимое. И, конечно, мы должны заботиться, чтобы сделать что-то для Бога, для Царствия Божьего. За 2018 год у нас было общих служений, общецерковных, это в воскресенье и в рабочие дни, 274. Сегодняшнее это 275-е. Я, братья и сестры, приводя эти цифры, я прошу, вот анализируем каждый себя. Ну, сколько я был участником этих служений? Кто-то очень мало пропустил. Я знаю, что некоторые специально на календарике отмечают. И мне так говорили, что в конце года я посчитаю, сколько вы зачитаете и будет служений, и сколько я ходил на служение, и наберу я половину или две трети, или, ну, может, для себя как-то человек. Я не призываю не то, что вас, братья и сестры, но столько было служений. Я верю, что в каждом служении, служения, я считаю, что они неповторимые. Они вот бывают такое раз и в таком составе, чтобы вот такое присутствие Божье, то было учение, оно по-своему каждое неповторимое. И мы, братья и сестры, должны ревновать о том, чтобы быть участником служения. Я помню, как-то, не знаю, говорили нас на проповеди или нет, когда одному человеку, то молодая семья, пошел служитель посетить, а ему задают вопрос: вот столько-то служений я побыл за год, сказал там, то есть муж и жена его молодая. И я вот не помню, даже месяц назад, что вы проповедовали. Я не помню, что читалось. И он говорит: так стоит ли мне ходить, стоит ли, если я ничего не запомнил. А вот запомни, некоторые праздничные служения он называл, а там, знаете, больше 100 служений, я ничего от них не помню. Значит, может, и не надо ходить мне так, если я ничего от них, получается, как бы не взял, и нету для меня пользы. И вот служитель отвечает: ну, ты помнишь, что тебе жена приготовила сегодня? Он вечером у них был на завтрак. Он говорит: помню. А вчера? Он подумал: помню. А неделю назад? Он говорит: нет. А месяц назад? Нет.
А полгода, конечно, уже нет. Ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Вообще ничего. Ну, если ты не помнишь, то можно было бы не кушать. Мы кушаем, братья и сестры, чтобы жить. Мы приходим на служение, чтобы питаться Словом Божьим. И даже если мы не помним, что мы услышали, но я пришел сюда для того, чтобы услышать Слово Божие, и оно на тот момент, Бог, Он посеял мое сердце, и я жил под этим впечатлением несколько, может, дней. И это достаточно для меня, чтобы я имел страх Божий и не пошел к какой-то нехорошей компании, чтобы какие-то худые планы, которые навязывает дьявол, чтобы я не соглашался, но я боролся и хранил чистоту. И поэтому нужно и полезно, братья и сестры, скажу больше, ценно каждое служение. И когда собирается церковь, это общее служение церкви, я прошу, братья и сестры, да не будет у нас пренебрежения. Цените и ревнуйте, чтобы быть участником этих служений, это трапеза Господня, да благословит Господь. Итак, 274 общецерковных служений. В постовых служениях, которые в подвале, это не когда перед преломлением я включал и постовые служения, это общецерковные, в эти 274. В постовых служений в подвале я прошу сестры, братья, которые постоянно ходят, 34 в этом году. Больше ли, чем месяц мы провели в посте и молитвах перед Богом. Похоронных служений за этот год 34. Я особенно благодарен братьям, которые есть и родственникам мало, некому и вынести, некому загребать там человека, похоронить уже, чтобы... И особенно братья наши, они проявляют такое усердие, и весной, и летом практически никогда не было, чтобы никто из них не пришел. Хороним мы членов церкви, хороним мы кого-то без хора, всегда приходили братья. Я, братья, сестры, 34 служения, тоже нужно тоже найти время, оставить свои дела для того, чтобы быть, также послужить и для людей, для родственников, мы понимаем, мы служим этим Богу. Есть, конечно, много, я не перечислю, мне ставят специальную статистику, нет, сколько поехали на строительство молитвенных домов, в центре реабилитации, где-то сколько затрачено в это и дней, и сил. У меня нету точной статистики. Есть благодарные письма, я их слаживаю, там у меня есть, они, я не беру, потому что их, как правило, очень много. И благодаря служителям за наших братьев, которые ездят на стройки. Конечно же, это отмечено у Бога. Давайте мы дальше. Уверовало 23 человека, которые изъявили желание служить Богу за 2018 год. Приняло крещение 103 человека. 89 летом там на озере, на Бурдукове. Одной сестре мы преподали крещение на дому, на больная сестричка, она отошла уже в вечность. Я первый раз в этом году преподавал крещение, не полное погружение, а во имя Отца и Сына Святого Духа. Мы как преподаем там, мы просто облил вот так водой. Но это я понимаю, полноценный заключенный завет с Богом. Просто по причине здоровья человек не мог быть там вместе со всеми людьми. Одной мы также, нашей сестричке, в 14 год преподали крещение. Тоже первый раз случилось за мою практику от служения. В 14 лет ей она изъявила желание заключить завет. И по нашему вероучению, с 14 лет как раз мы можем преподавать крещение. И мы также допустили до крещения. 13 человек у нас недавно заключило завет с Богом, которые поехали в Луневской церкви. И поэтому 103 человека всех заключило завет с Господом в этом году. Слава Богу за это. Приняли мы после взыскания церковного у нас 19 человек восстановлены в членстве. Отлучено 24 человека и один взят на замечание. Умерло 24. Это члены нашей церкви. 24 человека, братья и сестры, у нас в этом году мы много хоронили. Бракосочетание. 39 пар у нас сочетали за этот год. Меньше немного, в прошлом году 46 было. Детей принесли на благословение родившихся. 148 младенцев.
И на сегодняшний день или на сегодняшний вечер общее количество членов церкви 1961 человек. Скажем слава нашему Богу. Бог умножает нашу церковь, братья, сестры. И особенно, когда уверовавших 23 человека, пришедших с мира, вы знаете, в последнее время почему-то люди перестали интересоваться. Это не 90-е годы, когда было пробуждение. Но у нас, я верю, братья и сестры, я говорил не так давно, что я верю тому, как написано когда-то Павлу, было, явился ему Господь ночью во сне и сказал: «Не бойся, Павел, говори, не умолкай, никто не причинит тебе зла. У меня много людей в этом городе». Я верю, что в Ольшанах еще много людей, которые для спасения, для вечной жизни. Слава Богу за это. И для того, чтобы они пришли, братья и сестры, нужно жить достойно Бога. Нужно нам ревновать о своем служении лично, в семье, на работе, быть солью, быть светом. Нам собираться на служение, чтобы люди знали, в это время общее собрание церкви можно прийти и воззвать к Богу, чтобы примириться с Богом. Пусть благословит Господь. Я, братья и сестры, не буду больше задержать время. Мы идем к молитве. Мы поблагодарим Бога за то, что и этот год Бог приложил к дням нашей жизни. Бог умножает церковь. Бог настолько благословляет нас, и у нас праздник жатвы, это особый праздник. И много работая, и я скажу, благодарны очень многие церкви, передавали недавно мне служители за вашу щедрость, за то, что собираются и после или перед праздником жатвы, когда мы собираем сельхозпродукцию и отправляем, когда очень многим мы помогаем финансовое строительство молитвенных домов, когда вы собирали подарки, уже некоторые мне звонили, а еще вот рождественские праздники идут. И областной совет недавно у нас был, он и спрашивает, сколько у вас детей. И когда я называю эту цифру, сколько детей у нас рожденных и сколько собрали подарков, знаете, братья, только они говорят: «Бога, вы щедры». И имея и многодетные семьи, а такое открытое у вас сердце и забота о других людях. И я понимаю, это делает Господь, производит и хотение, и действие для того, чтобы прославлялось имя Божье. Слава Богу за это. И поэтому, братья и сестры, видя это благословение, видя Божью милость, видя, что Бог сопутствует и благоволит к нам, давайте мы и в этот час мы от всего сердца поблагодарим Бога за этот уже проходящий или прошедший год, что Бог являл милость свою, защиту и благоволил. Давайте мы встаем и молимся. Ты являешь свою милость, ты являешь свою защиту и отраду.
и Твое благоволение простирается. Аллилуйя! Аллилуйя! Свят Господь Саваоф! Аллилуйя! Честь и величие! Аллилуйя! Аллилуйя! Велик Господь! Слава Тебе! Слава Тебе за то, что Ты близок к нам! Аллилуйя! О, честь Тебе, величие! Слава, слава Тебе! Мы благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя! Аллилуйя! О, свят Господь Саваоф! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, аллилуйя! О, честь Тебе, Господь, величие! Слава Тебе и поклонение, аллилуйя! О, свят, свят Господь Саваоф, аллилуйя! 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 Честь Тебе, аллилуйя! О, Господь, Ты достоин хвалы, Ты достоин чести величия. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою заботу. Благодарим Тебя за Твое попечение. Благодарим Тебя, Ты близок к нам. Аллилуйя. Чести величия, Осанна. Аллилуйя. Аллилуйя, свят Господь. Господь, аллилуйя! Благословенно имя Твое, Царь Царей! Благодарим Тебя за то, что Ты с нами! Аллилуйя! 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 Сюда, Господь! Слава, слава Богу! Аллилуйя! Честь и величие, Сам! Аллилуйя! О, слава, слава Тебе! Честь Тебе, поклонение! Владыка жизни, благодарим Тебя! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя! Ты с нами, аллилуйя! Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя за все, что мы имеем в нашей жизни. Благодарим Тебя за это время благоприятное, день благодати, который Ты продлеваешь. Слава Тебе! Слава Тебе за то, что Ты долготерпение свое, милосердие, свою заботу и любовь обновлял над нами в каждом дне этого уходящего года. Слава Тебе за Твою заботу, за Твою, Господь, ограду, за милость Твою, за то, что Ты хранишь в Своей руке наследие Твое. Мы еще и еще раз говорим: слава Тебе! Ты достоин славы, Ты достоин хвалы, Ты достоин чести, величия, поклонения. И поэтому, Господи, мы сегодня собрались вместе, чтобы воздать Тебе хвалу и благодарение, чтобы совершить это благодарное служение, Господь. И поэтому, Боже, из наших немощных уст прими хвалу и поклонение. Мы благодарим Тебя за каждый день нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что в Своей заботе Ты, Господь Боже, питал нас этим духовным хлебом за каждое служение, за каждый молитвенный вечер, за каждую спевку, Господь, и каждое, Господи, то общение, где собирались братья и сестры во имя Твое, в доме молитвы, по домах, где-то посещая другие церкви, посещая больных, проводя это время в молитве. Мы за все благодарим Тебя, слава Тебе! Это Ты, Господь, побуждаешь нас. Это Ты, Господь, влечешь Духом Святым. Слава Тебе! Благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за Дух Святой. Благодарим Тебя за то, что Ты влечешь любовью Своей Духом Святым в общение. И мы благодарим Тебя за то, что совершали служения, за то, что были всегда верные, Господь, труженики. И они, Господь Боже, несли каждое веренное служение, каждый стоял на своем месте. Я благодарю Тебя, Господь, слава Тебе!
служение, за материальную помощь, за жертвенность моих братьев и сестер, за то, все поездки, когда они куда-то ехали, посещения на строки, когда они трудились для славы Твоей. Господи, мы благодарим Тебя. Это те возможности, которые Ты даешь для того, чтобы трудиться для славы Твоего имени. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что всегда поддерживался огонь на жертвеннике этих служений в доме молитвы в этом, на протяжении всего этого уходящего года. Слава Тебе! Слава Тебе! Ты приготовлял каждый раз нам свежую пищу, и Ты питал нас, и поэтому мы живы духовно, и поэтому мы сегодня собрались, и мы вместе желаем благодарить Тебя. Слава Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе за то, что Ты отвечающий на молитвы, за то, что Ты, Господь, посылающий свои благословения. И поэтому, Господь, за все, что мы имели, мы благодарим Тебя за каждого брата и сестру. Мы благодарим Тебя за каждого, кто посещал наше служение. Слава Тебе! Мы молимся, Господь, и дальше производи свою работу. Дай нам быть мудрыми. Помоги не быть беспечными, но дай нам приобретать то мудрое сердце и исчислять дни нашей жизни, чтобы быть благоразумными, мудрыми и поступать по воле Твоей. А сейчас мы, Господи, просим, прими из наших уст честь, хвалу, поклонение, ибо только Ты один достоин славы, Ты достоин величия, Ты достоин хвалы. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Не убоится, не просто.
Слава Богу. Пролетают года и проходят столетия, и с востока на запад торопятся дни. Совершает свой путь по вселенной планета в новогоднюю ночь, зажигая огни. А над шаром земным из глубокой полночи в колыбель человечества в звездной тиши смотрит пристально Бог, и все зримые очи проникают и в мысли, и в тайны души. Видит он все дела и поступки людские, и в безлюдье глухом, и в больших городах. Слышит он все слова, и благие, и злые, как бы тихо они ни звучали в устах. Жизнь великих эпох и коротких мгновений не пройдет незамеченной мимо него. Судьбы прошлых миров и судьба поколений неизменно в руке всемогущей его. Есть у Бога престол, в неприступном он свете, и невидим для взора за звездным ковром. Есть там книга, и в ней житие человека по мгновеньям начертано вечной рукой. Пролетают часы, и проходят недели, угасает, и вновь загорается день. Сердце вечному Богу отдать ты успел ли, или вечный, греховный избрал себе плен? Как ты прожил свой год? Там, за вечным порогом, где последнее слово звучит навсегда, перед светлой лазурью небес, перед Богом, не придется ли краснеть за него от стыда? Наступил Новый год. С самых первых мгновений, с неприступной небесной своей высоты, смотрит Бог на тебя и с великим терпением ждет, когда, наконец, друг, покаешься ты. Пролетают года и проходят столетия, и с востока на запад торопятся дни, совершая свой путь во вселенной планета, в новогоднюю ночь зажигая огни. Аминь. Слава Богу. Годы уходят вперед безвозвратно, их невозможно остановить. Дни пробегают быстрее скорохода, месяц за месяцем словно летит. Годы несут нас от временной жизни к вечным пределам небесной страны, к родине чудной, к желанной отчизне. Друг, живи свято, что был там и ты. Годы уходят вперед безвозвратно, и нашу жизнь за собой увлекут. Лето Господне благоприятное скоро пройдет, его не вернуть. Годы несут нас от временной жизни к вечным пределам небесной страны, к родине чудной, к желанной отчизне. Друг, живи свято, что был там и ты. Годы уходят вперед безвозвратно, весть о спасении звучит на земле. Слушайте Божье теперь приглашение, чтобы вам быть в той чудесной стране. Годы несут нас от времени.
вселенной жизни, к вечным пределам небесной страны, к родине чудной, к желанной отчизне. Друг, живи свято, что был там и ты. Время летит очень быстро, годы сменяют года. Все в этом мире, как зыбко и тленно, нам показали века. Все изменяется и происходит, время стремительно мчится вперед. Только добро никогда не проходит, только любовь никогда не пройдет. В новом году вам желаем добра, счастья и радости в ваши сердца. Пусть вас Господь на пути сохранит и год грядущий благословит. В новом году вам желаем добра, счастья и радости в ваши сердца. Пусть вас Господь на пути сохранит и год грядущий благословит. Давайте мы будем добрее, давайте друг друга любить. Любовь — это будем обиды и будем всем праздник дарить. Любовь дарит счастье и дарит улыбки. Любовь покрывает обиды и боль, любовь прощает другому ошибки, надеется, верит и ждет. В новом году вам желаем добра, счастья и радости в ваши сердца. Пусть вас Господь на пути сохранит и год грядущий благословит. В новом году вам желаем добра, счастья и радости в ваши сердца. Пусть вас Господь на пути сохранит и год грядущий благословит. Пью часы у тебя на стене, много времени видно висят. Ты слышал в ночной тишине, как они равномерно стучат. Ты подумал, о чем говорит ход размеренный старых часов. Разве сердце не так же стучит, изменяя свой черед годов? Слышим мы все тик-так да тик-так, ход размеренный старых часов. Этот звук нам с тобою знаком, и знаком нам тревожный звон. Слышим мы все тик-так да тик-так, год за годом проходят года, еще раз бой часов со стены отзвенел, что проходим мы. Ты готов ли сегодня, мой друг, подвести лет итог для себя и последний удар часовой? Не врасплох ли застигнет тебя? Может, дни твои труд сочтены, и сегодня ночною порой тебе скажут часы со стены. Жизнь прошла теперь на
покой. Слышим мы все тогда да тогда ход размеренный старых часов. Этот звук нам с тобою знаком, и знаком нам тревожный звон. Слышим мы все тик-так-тик-так, год за годом проходят года. Еще раз бой часов со стены отзвенел, что проходим мы. Что беда не стряслась рук с тобой, что Творец не отвергнул тебя. Ходи в жизни крепкой душой, люби искренно Бога всегда. Вдруг часы у тебя на стене уж давно очевидно висят. Их послушай в ночной тишине, ведь о чем-то они говорят. Слышим мы все тик-так да тик-так, ход размеренный старых часов. Этот звук нам с тобою знаком, и знаком нам тревожный звон. Слышим мы все тик-так да тик-так, год за годом проходят года. Еще раз бой часов со стены отзвенел, что проходим мы. Дни бегут, бегут года, жизнь уносят навсегда, но грустить не надо. Если жизнь целесна и надежда нам дана, не страшны преграды. Да, нужно так прожить, не жизни этой, чтоб не жалеть о пройденном пути, чтоб, как пришельцам от земли планеты, однажды к Богу в небо нам войти. Если ты живешь для всех, ты счастливый человек, здесь среди ценит Бог твой славный труд, пусть же плод свой принесут семена спасенья. Да, нужно так прожить дни жизни этой, чтоб не жалеть о пройденном пути, чтоб, как пришельцам от земли планеты, однажды Богу в небо нам войти. Верим мы, настанет день, и исчезнет скорбный тень, пятнышка вселенной. Там за все твои труды вечность дар получишь ты, и венец светленный. Да, нужно так прожить дни жизни этой, чтоб не жалеть о пройденном пути, чтоб, как пришельцам от светы, однажды к Богу в небо нам войти. Однажды Богу в небо нам войти. Слава Богу.
Давайте лучше пением споем.
Благодарю тебя, Создатель, за все дары любви твоей. Благословен Господь Бог наш, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Слава Богу! Вот мы пели «Благодарю Тебя
за все, что ты мне дал. Братья и сестры, что дал нам Бог? Братья и сестры, нам Бог дал самое дорогое. Он дал своего святого Сына. Воплотился Божий Сын. И пришел Бог на землю, чтобы нас таких несчастных и жалких помиловать и спасти. О, дорогая церковь, как мы должны быть благодарны святому и праведному, который висел на кресте между небом и землею, руки которого были прибиты, и черновый венец на его голове, якою ж любовью возлюбил творить себе и мене, брат и сестра Господь. О, слава, слава, слава Ему за такую милость великую! Хотелось бы, братья и сестры, чтобы все это общество людей, чтобы вся эта церковь у той онный день, который определил Небесный Отец, чтобы эта церковь, она воспела гимн хвалы Богу вечности, этого желая Небесный Отец, слава Ему! Мы хорошо сделали, чтобы пришли поблагодарить Небесного Отца за этот отрезок времени, который уделил, дал и дал нам Господь. И мы уже будем просить благословения, чтобы Бог благословил и надаль на весь тот год усих нас, нашу церковь, наше селение, нашу страну, весь мир. Я буду читать Слово Божье. Откроем книгу Исход. 33 глава. Это место Писания возвращает нас в то время, когда Божий народ, он вышел из земли египетской. И Божий человек, это был один из тех людей, которые глубоко познали Бога. И он говорил такие слова, обращаясь и к Господу. 12 стих 33 главы и ниже читаю. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». И помысли, что сии люди – твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь со мною ты сам, с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, когда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? Этот человек Божий, насколько познал Бога, и он знал, какое великое благословение в присутствии Божьем, и поэтому он молил, чтобы Бог сам ввел его народ в землю обетованную. И вот я буду читать уже книгу «Чисел», из 9 главы такие слова, «Як Бог ввел народ еврейский». 15 стих 9 главы «Чисел» и ниже читаю. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинией как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем». И подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь. И по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли». И если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа
и не отправлялись. И но даже облако немного времени было над Скинией, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Когда мы вот рассматриваем эту историю исхода, и можем вот так думать, какие счастливые все-таки были евреи, когда видимым образом слава Божья сопровождала их. Господь прогонял лютых зверей для того, чтобы не было препятствий народу Его. Окрестные народы, которые знали, которые видели, как шли евреи, это большое общество Божьего народа. Эти народы прямо трепетали, Бог наводил ужас на окрестные народы. Слава Божья сопровождала израильский народ. Братья и сестры, это прообраз того, как Бог с любовью проводил евреев, так и сегодня Бог ведет свою церковь, потому что Его присутствие в церкви Божьей, и Бог любит свой народ. И вот я перед молитвой зачитаю то условие, которое ставит перед нами Господь. И на этом условии, если мы его исполним, обетование Божьего присутствия будет с нами. Книга Иеремии, 29 глава, 11 стих и ниже. Господь говорит так: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами, говорит Господь». Вот такие слова, братья и сестры. Бог обещает быть с народом. Бог говорит так, что Он благоволит к народу, то есть имеет добрые намерения. Но Господь ставит такие условия, как когда-то ставил евреям. Сегодня те же самые требования Божьи и условия перед нами. Говорит так Господь: «И воззовете ко мне». Братья и сестры, если мы дадим свой путь Господу искренне и будем обращаться к Боге, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами, говорит Господь. Такому человеку, такому обществу, которое будет искренне искать Бога, держаться Его заповедей, Бог обещает такого человека вести, и Бог обещает то, что он будет найден этим человеком или обществом людей. Братья и сестры, нам есть за что бороться, нам есть за что сражаться, потому что Бог дал такие обетования. И мы знаем, конечно же, Господь Иисус Христос сказал так: «Ибо без меня не можете делать ничего». Когда-то я вспоминаю человек Божий, это Иаков, который у брата возвращал, он утекал на родину матери своей. И когда он на одном месте переночевать, и когда ему явился Господь, он сказал такие слова, как: «Страшно место сие, а я и не знал». И он взял той камень, который был его изголовья, и, каже, поставил его памятником. И там он перед Богом в обед каже: «Господи, если ты благословишь, я в мире возвращусь, и ты дашь мне хлеб и воду, и я в мире возвращусь, то этот камень будет домом Божьим». Братья и сестры, Господь желает, чтобы мы воздали свои обеты Богу. Может быть, кто-то скажет: «Господи, я сожалею об упущенном времени, я мало трудился,
Может быть, кто-то скажет: «Боже, я сожалею за свою жизнь, что я вообще не служил Тобе, что я грешил перед Тобою». То сегодня я готов, я даю обед для того, чтобы идти за Тобою и служить Тобі, братья и сестры. Когда человек искренен, то Бог помогает такому человеку, и это желает Господь. Впереди мы не знаем, что будет, братья и сестры, но мы знаем, что если Бог будет с нами, Он проведет нас. И поэтому будем старательны в том, чтобы те условия, которые поставил перед нами Бог, искать Его, приближаться к Ему, освящаться. Если будем стараться, Бог будет нас вести. И поэтому будем нуждаться в Его благословении на этот наступающий год, чтобы Он благословил, чтобы Он пребыл с нами, чтобы то слово, которое мы когда-то давали обет Богу служить доброй совестью, мы могли его исполнить, дабы впоследствии получить обетованное от Его. Итак, дорогая церковь, попросим Господа милости, благословения на этот будущий год. Встанем на наши ноги. Господи Боже, праведный, Отец наш Небесный, мы благодарны Тобе, Господи, что Твоя любовь велика, и воистину до этого места Ты помог нам, Господи. Мы не заслужили того добра, которое Ты дал нам, Боже наш, но во имя святого праведного Сына Твого Ты благословил нас и дал нам милость быть Твоими детьми, Твоим народом,
і Твоя милость над нами, Господи, слава Тобі, що Ти покриваєш любов'ю Твоєю нас, Господь, і облако, Господи, слави Твоєї сопровождає нас, Господи, для того, щоб хранити і вводити в вічну життя, Боже праведний. І тепер стоя перед Тобою, Боже, ми нуждаємося в Тобі, Спаситель. Ми не знаємо, Господи, що ожидає нас в цьому наступаючому году, но знаєш, це Ти. И мы нуждаемся в Тобе, наш Небесный Отец, по милости великой Твоей. Благослови народ Твой, благослови каждое сердце, благослови от старого до малого, Боже наш. Храни, Господи, нас и детей наших, убереги от всякого рода беззакония и греха, освящай, очищай наши сердца, наши души, веди нас, Боже наш, не дай нам уклониться, обойти путем святым и истинным. Храни Твой народ, наш добрый Бог. Господи, мы благодарны за мир, который Ты послал на нашей земле. И мы просим, продли мир, Господи. Благослови землю нашу. Благослови произрастение наше, Господь наш. Боже праведный, храни Твой народ во имя Иисуса Христа. Сохрани от войны, от кровопролития, от мятежей, Боже. Сохрани от стихийных бедствий, Господи. Пусть этот Новый год послужит нам к приближению, к освящению. Дай нам силы полагать усилия, чтобы приближаться к Тебе, Боже. Дай силы быть борцами за истину, для того, чтобы делать, Господи, дело Твое. Твою волю Твою, призови многих еще ко спасению, возврати отпавших, Боже наш, подними Твой народ, потому что Ты видишь, как мы, Господи, слабы, как мы немощны в вере, как мы много оставили ревность, Боже наш, нови дух наш, Господи, оживи сердца наши и веди Твой народ, Боже наш, да будет милость Твоя, Создатель наш, храни, Господи, страну, благослови правительство, президента, пусть совершится воля Твоя, пусть будет милость Твоя над нашим народом, Боже наш, и пусть многие и многие души познают спасение Твое и имя Твое, пусть многие больные, которые находятся в болезни, пусть они будут восстановлены силой Иисуса Христа, силой Святого Духа, пусть ранами Христовыми они восстанут для жизни, для здоровой жизни, пусть многие, которые находятся в искушениях, они будут освобождены от власти греха, силе Святого Духа, соделай милость, дай силы детям Твоим служить Тобе по воле Твоей. Господи, помоги нам быть послушными, помоги те условия, которые Ты ставишь нам, исполнить, дабы нам получить обещанное от Тебя. Тебя за все благодарим, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Воскресшему Агнцу поет душа. Свят!
Пасхой склоняем, колено преклоняем, мы с небом повторяем. Свят, 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 свят. Агнец Божий свят, достоин, достоин, славой честь принять, достоин. Слава тебе! Иди, виноградник, ой, иди, много там работы, ой, иди, вечер недалеко, ой, иди, что стоишь ты праздно, ой, иди, виноградарь же боится за плохой уход. Неочищенные ветви не приносят плод. Плохо, что забыл талант свой раб ленивый зной. Ждет тебя за это кара и позор большой. Ой, иди, иди, время есть для труда. Поздно уж тогда, а когда минует день, поздно уж тогда. Иди, виноградник, ой, иди, много там работы, ой, иди, вечер недалеко, ой, иди, что стоишь ты праздно, ой, иди. Годы юности провел ты в лени продремал, думал, вот начну работать, да все отлагал. Но решился наконец ты начать труд сейчас, может быть, близка уж вечности твой смертный час. Ой, иди, иди, время есть для труда, а когда минует день,
поздно уж тогда, а когда минует день, поздно уж тогда. Иди, виноградник, о, иди, много там работы, о, иди, вечер недалеко, о, иди, что стоишь ты праздно, о, иди. Виноградарь призывает, брат, сестра, иди, приходи, сейчас последний из-за труды лиц. В винограднике трудиться можешь ты сейчас. Вот уже близко к нам вечность и приход Христа. О, иди, иди, время есть для труда. А когда минует день, поздно уж тогда. А когда минует день, поздно уж тогда. Памяти твоей проходя, те года, что не вернуть, и в раздумье находят, вспоминается твой путь. Год прошел и не вернется, он отмерил свой счет. Мой друг, вечности придется дать отчет за все то, что в жизни сделал, сколько вдов ты подсветил, как голодному хлеб мерил, сколько сирот накормил. Брат, больница твой страдает, ты его не посетил, и скорбя сестра рыдает, вспомни, как ты сам грустил. Год прошел и не вернется, он отмерил свой счет. Мой друг, вечности придется дать отчет за все то, что в жизни сделал, сколько вдов ты посетил, как голодному хлеб мерил, сколько сирот накормил. Как прожил ты всю свою жизнь и как ближним послужил, сделав добрых торопись ты, на земле не зря чтоб жил. Год прошел и не вернется, он отмерил свой счет. Мой друг, вечности придется дать отчет за все то, что в жизни сделал. Сколько вдов ты посетил, как голодному хлеб мерил, сколько сирот накормил. О Господь, даруй прозрение, чтобы видели всегда, где беда нет утешенья, нас направь, Боже, туда. Помоги нам быть отрадой для всех страждущих сердец, чтоб ты преподнес награду нам сияющий венец. Помоги
для всестраждущих сердец, чтоб ты преподнес награду нам сияющий венец. Слава Богу! Годы юности летят, годы, им возврата нет назад, годы, вечность нас несут с собой, годы, дни уходят чередой, годы, вечность нас несут с собой, годы, дни уходят чередой. Изменяют в жизни нас годы, безвозвратен каждый час годы. Ты совсем уже седой годы, что свершили над тобой годы. Ты совсем уже седой годы, что свершили над тобой годы. С каждым часом ближе дом годы, скоро встреча со Христом годы, скоро полночь год уйдет годы, скоро наш Господь придет годы, скоро полночь год уйдет годы, скоро наш Господь придет годы. Будь готов идти с Христом, годы, вечный славный Божий дом, годы, там святые без числа, годы, все поют Христу хвала, годы, там святые без числа, годы, все поют Христу хвала. Слава Богу, братья и сестры, за Божью любовь, за Божью милость предложили пропеть этот псалом. И знаете, в самом в начале, перед тем, как будем петь, хочу сказать, что служение есть одно, очень замечательное и большое пред Господом служение – это посещение больных. Живя со своей мамой, я не на, просто на словах на каких-то, а в деле увидел, какое это большое служение. Когда братья и сестры посещают ее, приходят, она чуть ли не поднимается над кроватью. От восхищения, от радости она молится, поет вместе с ними. И такая счастливая, когда приходят к ней братья, сестры, не имея значения какого возраста. Она рада этому. Я думаю, многие, те, кто в болезни, сегодня на одре болезни, они ждут вас. Они ждут вас. Они очень хотят, чтобы вы пришли. Может быть, единицы те, кто не могут принять, потому что большие боли какие-то или еще что-то, и они не могут принять кого-то. Но в основном многие-многие больные, как сегодня уже и говорили, и мы молимся за них, они ждут. Они ждут. И знаете, что пред Господом это великая награда посетить больного и просто посидеть рядом с ним. Пускай Бог благословит в этом. Пусть вся жизнь, словно сон, не проходит, как стрелки часов. И вернуть невозможно того, что прошло, что прожито. И не бьются сердца христиан в унисон.
И порой полотно из любви черной ниткою шито, и не бьются сердца христиан в унисон. И порой полотно из любви черной ниткою шито, время режет кусками всю жизнь на года дни часы, позади оставляя так много земного плохого, и добра очень мало ложится на наши весы, но зато очень легкого много пластого, и добра очень мало ложится на наши весы, но зато очень легкого много пустого. Может час наступить, остановится стрелка для нас, сердце биться в груди неожиданно вдруг перестанет, и за каждый неправильно прожитый час дать отчет перед Богом нам время настанет. И за каждый неправильно прожитый час дать отчет перед Богом нам время настанет. И душа вопиять будет в страхе за вечный удел, и прощения просить, и вернуть свою жизнь, чтобы исправить. Но всему в мире Богом положен конечный удел, и тогда уже жизни нам нечего будет прибавить. Но всему в мире Богом положен конечный предел, и тогда уже жизни нам нечего будет прибавить. И тогда уже к жизни нам нечего будет прибавить. Слава Богу. Время прихода Христа за тобою. Осень летит и бесследно проходит зима. Птица мимо летящей стрелою. Лето приходит и вмиг исчезает весна. Время так просто, и все же оно очень строго. Поторопись для тебя только пару минут. Близится время прихода Христа за тобою. Все тяжелее, и полная ноша твоя. Не замечая, Спаситель идет за тобою. Остановись, и в завет заключи навсегда. Кажется, будто все это случится не скоро. Только прошедшие минуты уже не вернуть. Время так просто, и все же оно очень строго. Поторопись, для тебя только пара минут. Близится время прихода Христа за тобою. Надо немедля решиться идти за Христом. Нужно отдаться всем сердцем и всею душою, чтобы
встречи с Небесным Отцом. Кажется, будто все это случится не скоро. Только прошедшие минуты уже не вернусь. Время так просто, и все же оно очень строго. Поторопись для тебя только пару минут. Другу не медли, и Богом склонись, поторопись, ко Христу обратись. Слава нашему Господу! Мы сегодня, вот и каждый раз, вот последние дни декабря, в начале января, вот как-то вот все люди, мы в том числе, говорим о чем-то старом и о чем-то новом. И сегодня мы говорим и о старом говорим, и то, что прошло. Знаете, оно так быстро прошло, это, скажем, 365 дней. И вот это то, что мы сегодня говорим новым, мы, кто доживет, скажем, старые это уже. Это старые. 365 дней, невеликий такой срок. И вот этот год уже прошел, вот эти дни прошли, и мы уже называем его старым. А было время, что мы же говорили вот тут, на этом месте, вот новый встречаем. Вот, и поэтому сегодня вот это время, когда вот так говорят, ну, знаете, вот и если Господь позволит и благословит, и мы вот эту ночь вот проснемся утром от сна, мы, можно сказать, войдем уже в новое. Ну, это 1 января 2019 год, новый год, новый день вот в этом году. Но мы входим в этот новый со своей старой жизнью. Як боліла в кого-то голова, так і завтра буде боліть. Як хто-то не мог ходити тепер, і завтра не буде. Хоча то ми вийшли в нове, і виходить, що от годи міняються дні, але от життя продовжується, стара життя. Стара наша життя. Що було в старому, то ми входимо з цим і в нове. Входимо з цими болезнями, проблемами своими, но есть новое, о чем говорит Священное Писание, о чем Господь показал Иоанну. Иоанн показал Господь новое, и в это новое нас Господь ведет, нас Господь призвал, вот это новое, которое откроется, а это все старое пройдет. Так Господь показал Иоанну, земля, небо, это все пройдет, моря не будет, будет новое небо, новая земля, там обитать будет правда, и там уже что? Не будет, как я сказал. Мы сегодня в новое входим с болезнями, с нашими слезами, вот разлуки происходят, а там не будет. Разлуки не будет, слез не будет. Господня рука отрет всякую слезу с очей. Господня рука. И там не будет. Болезни там не будет. Плача там не будет. Это будет новое. Это будет новое. А пока мы остаемся вот в старой жизни, вот с этими всеми проблемами, трудностями, которые нас встречают, как в старом, так и в новых наших годах. Но я уже мы будем совершать молитву. Молитву. Я хотел бы вот прочитать, я ничего не буду говорить, вот, только хочу прочитать слово. Тут не будет ни моих каких-то пониманий, ни моих каких-то мнений не будет. Тут просто я хотел бы просить вас внимательно послушайте, тем более, что это очень знакомые слова Священного Писания, но это слова Священного Писания. Вот, это не чьи-то слова, вот, Священное Писание, и мы будем совершать молитву. Я буду читать, будьте внимательны к вот этим словам. Написано такие слова, в начале вот этого псалма сказано так, этот муж говорит такие слова, Давид: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Вот так молился, вот так сказал Господу: «Господи,
Ты испытал меня и знаешь, что мы можем сказать. Вот этот последний день, вечер уже, вот этого уходящего года, не иначе, как сказал Давид в свое время, Господи, Ты испытал меня и знаешь. И слушаем дальше, о чем он говорит именно, что знает Господь, и есть ли что скрыто от Господа, от очей Господних, есть ли что скрыто. Вот будьте внимательны. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Вот я прочитал вот эти слова, которые вы внимательно прослушали, вникните вот эти слова. И последнее, вот то, что обращение к Господу было у этого мужа, было обращение. И вот с этим обращением мы тоже будем обращаться к нашему Господу. Что мы скажем, что я скажу пред своим Господом? Он сказал такие слова: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои». Это молитва. «И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И мы, выслушав эти слова, мы будем уже благодарить нашего Господа за это время, за мир, за благополучие, за служение сие. Встанем на ноги, помолимся. Ты Бог мира и любви, Господь, Твой научай, разумляй, Господь, питай, Господи, Боже, Духом Ты, святым милостивым, дивный, святый, праведный, Господь.